53 года, душа в душу. Чита Жигулиных познакомилась в конце 60-х и с тех пор неразлучны. Сегодня в преддверии Дня Петра и Февронии их поздравили депутаты партии «Единая Россия» в рамках ежегодной региональной акции «Любви и веры. Образец». Екатерина Новгородцева побывала в гостях у супругов. Анна Григорьевна сначала не очень хочет показывать семейный альбом, но как только открывает первый разворот, начинает с любовью рассказывать о каждой фотографии. С Анатолием Петровичем они вместе уже больше 50 лет. Оба из Новосибирской области. В мегаполис приехали в конце 60-х на работу. А я работал мастером в автотранспорте. Очень секретное изделие у меня было. Никого туда не допускали. Смотрю, как эта девушка в моей кабине сидит. Ну, я говорю, а кто тебя сюда привел? Меня перевели как раз на этот участок, к нему, туда проверять детали. И я выписывала как раз партию деталей, которые проверила. А потом я ее посмотрел, говорю, может, в кино пойдем? И вот так все. И началось. С кино все и начинается. Через год поженились, еще через год родился сын, а через некоторое время – дочь. О детях и внуке пара говорит с особой теплотой. Сын Евгений сейчас главный по дому. Раньше этот пост занимал сам Анатолий. Жигулины рассказывают – залог долгой и счастливой семейной жизни, взаимоуважение и взаимопонимание. А секрет в том, что нужно иногда уступать, нужно понимать человека, войти в его, проблемы. Вот он сейчас болеет. Приходится, конечно, другой раз ночью встать. Другой раз он даже спит, а я подойду и смотрю, дышит или не дышит. Было всякое. Ну, а большинство, конечно, спасибо надо сказать. И огромное спасибо. Таких людей, как она, мало. Да, можно сказать, и не найдешь. Сегодня Читу Жигулиных в рамках региональной партийной акции «Любви и веры. Образец» поздравляют депутаты «Единой России». Семья, любовь – это ценности, которые прошли вместе с нами, вместе с нашим народом, в нашей стране через века. Когда речь идет о таких семейных парах, которые вместе в счастливом браке прожили 50 и больше лет, ну, это низкий поклон, уважение и замечательный пример для подрастающего поколения, понимания, взаимоподдержки и взаимовыручки. В рамках акции депутаты поздравят пары со всей области. Приедут в гости к тем, кто прожил вместе более 40 лет. Вручат подарки, организуют адресные поздравления, концерты и чаепития. Екатерина Новгородцева, Родион Токарев, новости ОТС.